готова. Я начинающий художник. Также я мама особенной дочки. И эта работа посвящена беспокойству матерей за будущее своих детей. В этой работе я показываю свои собственные переживания за будущее моей дочки. Пандемии, войны и много неизлечимых болезней изменили лицо матери. Моя работа называется «Почему?». Мы должны изменить мир. Мы должны что-то делать для того, чтобы изменилось лицо матери, чтобы появилась улыбка, радость и счастье, и чтобы появилось будущее у наших детей.